Колян, за какого ты вчера персонажа играл? Я просто когда видос смотрел, то мне понравилось его все выражение. Ушел, придурок, там типа такой. А, так это ж этот, наверное, был. За него вообще мало играем. В такой, тэквондо, да, костюм? Это ж этот, как его, Навара. А, Этот Навара, Навара. блин, он Да, четкие фразы надо за выдает. него, да, потом такие, да, тоже там коры мочат. Да Ну они там все прям коры мочат, ругается. надо за разных играть. Да, там он такой. И он ненавидит Романа, он все время там какие-то... Ну да, он же в конце по сюжетке Романа-то пристрелит. Вот интересно, как в Апексе там есть, надо взять Романа, да, в одной катке и Навара. Давай ты Навара, например, возьмешь, типа, я свой Романа возьму. То есть, например, там помощь, когда, знаешь, там, как он то же самое будет говорить, интересно. Стамбул, положил Стамбула. Ой, там один Еще одну ваншот. положил. Ага. Залетаем и гранат кидаем. Сзади. Ага. Вот так. Лохозавра, ё-моё. Макс, смотри снизу, сверху нет. Кто там еще мучается? Всех раздавил. Ой, еще. Разорван. Еще один. Ты жив? Да, хорошо. конечно. Просто гранату кинул. Умножить на 3, Макс, теперь я всех. Да, Вот еще теперь ты один. всех. Вот еще. Да. Да. Е-мое. Ну давай. Давай как бы так и это. Так. Снизу 5. Ой, и справа есть. Хорош, там лежит. И двое еще идут над пропастью. Лежит. Ё-моё, да это просто тир какой-то, блин. Да. А, так я уже фул аптеки прокачал, что ли, что? Да. Господи. Они теперь сюда не идут, ты смотри. Пойдем на них, да? Они на светло. Да, надо идти. Тихонечко. Кишки да? там, но они мне давай не как, кажется, давай там как-нибудь готовят справа. засаду, мне кажется, Ну готовят. да, но мы же... Вот, вот он обходит. Ой, мне в это. Ой, блин, там прикрыли. Японский городовой. Ах ты гнида, блин. Ну ладно. Ты смотри, падла. Ну там, правда, сверху его прикрывали то. Но это другой, не Стамбул, мне другой кто-то. Давай, ладно, все убивай. Стамбул. Да, но у меня какой-то СССР с этого, с Чиновика. Разорван в воздухе. Надо снайпера бота убить. О, вот это я зря, блин. Блин, блин, так и знал, что не надо, блин, не надо. Я тебя прикрыла. Да я ж прикрыл, по-моему. Ага, тут мина. Обезвредь мину, пожалуйста. Все. С тобой покончено. Вон. Ой, больно. Как? Он должен умереть был, я ему голову несла. Ой, две гранаты прилетело. Ну дальше. Ой, там чуть-чуть у меня. Тинян забрал. Там еще есть. Ой, ждали меня. Сейчас я тебя подниму. Пусть я синяк поднимаю, тогда прикрывать. Синяк опустим. Так, сейчас будут. Ой, Макс. Сейчас будет слушать. Я не успел от чинты уйти. Ладно. Ой, он там на камешах. О, вот, сейчас на лучше будет. Идем. Король посохов наносит удар. Ой, лежит. Там два ваншотненьких. Лежит. Хорошо. Мина. Ой, у меня... Ой, он тебе... меня задело. Это странно было. Этот падла. Сразу кидай аптеку и прикрывай.
Хорошо. Спасибо. Мне лучше. Принимай. Там за деревом. Угу. Подпушим, давай. А, со спины зашел. Так и записано. На выход. Что ты делал, дурачок? Бля, у тебя все. Не иди один. Я понял. Ой! Пнул мне под жопу. Ля-ля, круг намотал. Убей его! А! Кидай цепку, кидай. Блин, охотник словил. Блин. Охотник словил. Да, нормально. Все и все. Тоже сделано, написали. Нифига там это. Под левой рукой там цепь есть. Рюкзак. На. Готово дело. Ага. Ну почти. Это тебе от меня. Пацанчики, отдыхайте. Принимай! Вот, блин, еще и гранату тут накидал. Плохо. Ой, кто-то сзади обошел. Да, а, вот тут распа. Сидит на респалке. Блин, да, блин. Да, блин. Да блин, не лечи, не лечи. Положил на респе. Ну, ну что это? Челик. Я этого не забуду. Вы просто с двух сторон сравнили. На басу это. На кресте. Главное не дать им этот счет поднять. Выше нашего. Поэтому вроде зашли. О, убил этого. Ай, придурок! Блин, ну они ни о чем. Да. Макс Пин, какое-то говно. Не, я разрываю, но я разрываю читерски. Понимаешь? Вон они все на синей стороне приспавнились. Блин. Это из Инстанбула в этих, я тебе говорю. Тебе посылка. Эй, Макс! Ах ты гнида. Как он там сзади пошел? А, они нам сливают, счет, ты понял? Они нам сливают вроде. Они ничего сделать не могут. А у тебя нормально, Рега, там все? Не, да не странно, просто странно. Маншот. Ой! Ой, ты меня заблочил. Там тихо, там внизу много. Блин, ну это на басу вообще. Еще и лагаю там и все. Я тебя прикрыла. А вас я прошу прилетку. Еще и все лагаю, блин. Блин, не стреляю там, где я был, ты понимаешь? Только снайпер-бот стреляет ровно. Я бешенство почти набил. Блин, убили меня тут. И то снайпер-бот убил. Я меня довольно-таки раз убили, но... У нас здесь не те. Офигеть, боже мой, как разрывает. Мам, дичь, какие лаги, это просто вообще. Так нельзя играть. Хрень какая-то. Там мина на первом этаже. Да. Ой, Макс, меня этот, чайнолейкер.
там статуя. Спасибо. Тебе посылка. Ранила. Положил там, блядь. Вот и лисы. Не повезло тебе. Куда ты собираешься скрыться, Зима? С тобой покончено. Сзади. Это просто жесть какая-то у нас. Может, внутри. Так где чуда у него не было. Так у нас. Ты бьешь, я добиваю. Да, пули регаются. Еще. Ой. Они, да, ай! Блин, ну сразу с одного удара меня. Еще и посох со стороны. Я его, он убил. Обратно РПГ. Поздравляю. Он был файтер. Я его лечил, он взял и убер специально, да ты понял? Да. Они? Не, они. Нет, это под нашим по нам стреляют. Ой-ой-ой. Ой. Ты понимаешь, блин. Синяк встал туда и вытеснил меня, ты понял? Как вам, ребят, такое будет сейчас? Байкерские тут и сами. Очка. Не трогайте их трассу. Ух ты, блин, перестала регаться. К тебе лезет. Угу. Положил. Еще. Вниз прыгнул. Не спрыгнул. О, а мне наоборот сейчас вообще. Просто уничтожаю, как читер. Манать его ж откинуло. Блин, здесь. Тук-тук-тук-тук. Мне нужна победа! Да блин, ты... Еще и сбоку. Они просто, не знаю, нас вычислят. Колян, заходит тебе снизу. Мой трофи. Поцелуй меня взад! Сколько в тебе? Я ему три раза с хлестки! Три раза с хлестки стрельнул, блин, в голову! На! Сволочь. И 22 хелса еще. Вот так, отхватил пульс. Мы их уложили. Помогло мансить Макс, кстати. О, минул еще. Давай вот здесь. Давай тут мне тоже здесь как-то комфортнее. Да, кстати, вот здесь обходит мой трофи, любит обходить вот снизу здесь вот. Ага, понял. Давай я буду ставить посох, сидеть. Они посох ставят и... Давай я буду смотреть обход. И, возможно, с подспечивающим целями мы видим эти самые, ну... Может, скрыт, третью скрытность поставить? Пока не обходят. Так вон, если он все он из виду пропадает, понял? Пойдем туда вперед. Положил мою DVS-а. Пойдем вперед. DVS-а лечит. Висит где-то, да? Он где-то висит тут. Где-то... Он внизу бегает. Да, внизу. Что? Поможешь? Вот он тут крысит. Вот он, вот он. Что это? Да как он уцелел? Как он уцелел, этот мой трофи? Я в него стрелял, не стрелял, что ли? Так, Колян, он уже давно восстановился, блин. Я в него стрелял. Так... Ты даже... Нет, вообще, у него там синяк стрелял там. Так, ладно, давай.
Давай на синяках набьем тут хотя бы. Ну, падла, убегаю. О, туш. А вот и девять. Ой. Последний, отлично. Есть, все. Отлично. Падла, блин. Не, когда мы вдвоем, мы чаще встречаем всяких петушков, которых надо наказать. Когда собираемся. Блин, хорошо, мы с тобой на реке держали, на этом, на острове держались. И потом на тюрьме нормально на камне. И у нас просто разная дистанция стрельбы. Ты стараешься сблизиться максимально, а я стараюсь среднюю дистанцию держать. Ну так мы можем, смотри, ты прикрываешь, а когда они начинают пушить там, да, или подлезать, я уже там начинаю. Все равно у нас получается. То есть я иду наращиваю, а ты же бьешь. Или ты бьешь, или зарашиваю. Это вообще просто. Ладно, давай сзади встречать. Тебе посылка. Кот снова. У нас такой. Двое обходят сзади. Я перед ним встречу. Ой, тут трое. У меня двое, блин. Кинешь меня? Ну тут трое. Ой, с меня на плеча помогла. Я две, Макс, издалека перестрелял, у меня не мог ничего сделать, понял? Так-то он вообще неубиваемый был, да? Не, у меня вообще хорошо ДВС, я вообще клал, не замечал. Для меня это легкий. Матрофи не опасен больше был. Ну, ствол перестает кому-то стрелять. С какой стороны? О, третья рука. Вот. Ой, блин, блин, что-то у нас происходит. Ой, глушай. Чуть народа. Как блюдо. За патронами ходил. Сынки, не блочите меня! Да. Просто меня окружили, заблочили, блин. Ага, не смог. Лови! Вот, малека. На стир тут. С тобой покончено. Спасибо. Тебе от меня. Сидеть. Кто-то меня ждал. Помогите мне! Ай, я ранена! Ай, вот ты дурачок! Плохо! Награду поделим! Подкове! Чувствуешь? Этот пьянящий вкус на губах. Да, неплохо было.